Привет, друзья! Вы на канале Блог Селянина. Сегодня снова продолжаем заготовку дров. Пришли на наше прежнее место. Сейчас буду здесь продолжать пилить дровишки. На заднем плане, как видите, у меня уже кучка подросла. Заметно. Несколько дней подряд после выхода видео также продолжал пилить дрова. А сейчас ожидается оттепель, и нужно как бы закончить это дело, пока не пошло сок движения. Вот такая вот кучка получилась. Дня, наверное, за 3-4 мне удалось такую кучу напилить. Пока побил, не знаю сколько. Но в общем мне нужно около 8 кубов, может быть поменьше. Сейчас спиливаю вот этот тальник. Вот эти ветки поспиливаю у ветлы. На следующий год, точнее весной, она пустит новые ветки, и они отрастут. Так что ничего страшного. Там потом на заднем плане еще есть какое-то дерево, похоже на черемуху. Возможно, ее тоже косану. Холодненькая. Заслонку. Так, куда ее поставить теперь? Вот, почти завелась.
такой вот пока результат. Сейчас пришло уведомление, то что пришли посылки на фиолетовый маркетплейс. Нужно съездить до города, забрать посылки. А что в этих посылках, всего скорее уже расскажу в следующем видео. Поэтому подписывайтесь, комментируйте видео, ставьте лайки. Заходите на другие видео, смотрите их. Всем пока. До новых встреч, друзья. До новых видео.